10 человек уже утверждены губернатором. Их фамилии местные депутаты смогли увидеть в распечатанных материалах, выданных накануне заседания. Также они получили списки и тех 10 кандидатов, которые предстояло утвердить. И после того, как утвердится 1/10 общественной палаты Московской области, в течение 30 дней нужно будет провести заседание общественной палаты, на которой утвердится председатель общественной палаты и, соответственно, заместители и председатели комиссии. До этого была проведена комиссия, на которой обсудили кандидатуры от Совета депутатов. В эти 10 человек вошли, собственно, лидеры общественного мнения и люди, имеющие соответствующий опыт, в том числе общественной работы. Так или иначе, все из 10 кандидатов на утверждение по направлениям деятельности известны в нашем Ленинском районе. И с учетом мнения главы были обсуждены, и на нашей комиссии, на последнем, мы утвердили этих 10 человек на сегодняшнее заседание Совета депутатов. Кроме того, кандидаты подбирали с учетом того, чтобы в этом списке были представители всех поселений муниципалитета. Также был составлен перечень из 6 человек на замену в случае выхода кого-либо из утвержденных из состава общественной палаты. Депутаты проголосовали за представленных кандидатов и единогласно. Ну а уже в последних числах июня полный состав членов общественной палаты Ленинского района нового созыва будет обнародован.